дальше у нас идет вот такой вот гипсик. Тоже производство Китая, но качество намного получше здесь. Все швы поровнее, а ткань сама по себе поплотнее. Тут уже не скрипит вот так, как первый вариант. Его удобно и летом также использовать. Отстегивается. И у нас есть еще гипсик производства Корея. Так, цена такого чуда 2800 сом. Это гипсик оригинал. Одевается вот таким вот способом. Здесь уже идет цепочка для малыша помягче. Сидушка для малыша помягче, это все поплотнее. И также тут есть вот такой вот замечательный капюшончик, он отстегивается. Также здесь вот отстегивается все на лето. Поэтому всех ждем.